Seçim. Seçim. Ты можешь перевернуть. Aber es ist egal, wie ich hinaus mal. Ja, das war das. Ungefähr sah du nicht wie echt Chaos aus. Ich kann das mal wie dich will. Kann ja. Sowieso bleibt es noch ein Auto. Macht das schön. Und cool. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ja, Mama, warum blinkt das immer? So, jetzt brauche ich Gelb. Nee, полностью rot. Ich mal wie ich will. Nee, этот сделай такой, как этот. Полностью красненький, и там, где черненький, черненький. Хорошо? А тот другой сделаешь, как ты хочешь. Хорошо? Будет красиво, когда ты его разрисуешь полностью красным, а потом уже можешь черный, желтый, белый.
перекраски тоже мало. Полностью рисуй красный. Мы потом его раскрасим разными красками, хорошо? Его полностью, полностью красным. И полностью красным. Поверни к себе. Ганс вот. А сверху все-все красненький. Мы потом разрисуем черненьким, когда он высохнет, хорошо? Надо всегда ручкой держать, вот так вот держать ручкой, чтобы он не крутился. Молодец, делаешь. Вот так. Смотри, вот так пальчиком. Только ты там смотри, да? Ничего, мы их раскрасим. Вот так переверни. Das andere kann ich schon mit anderen Farben auch machen. Да, когда он высохнет, хорошо? Здесь надо хорошо раз. So. Да. Давай я тебе помогу раз. Здесь вот так. Там, где беленькие еще остались, видишь? Здесь еще осталось чуть-чуть. Здесь надо тоже замазать, все закрасить. И туда, туда. Там видно его вылазит. Не знаю. Мама, mit dem Gras mache ich so, wie ich will. Хорошо. Nicht gleich ganz rot. Хорошо. Aber dafür sieht man wenigstens bei dem besser. Так, здесь две дырочки, да? Ну, хорошо, тоже раскрасить. Aber смотри, für den da brauche ich die ganzen Farben.
Aber keiner weiß. Weil bei meinen mache ich keinen Fehler. Ja. Ich muss bei meinen. Wenn ich einen Fehler mache, ja, dann nehme ich gleich von da weiß. Будь здоров. Так. Нет, нет. Сейчас. Weißt du, wie cool der aussehen wird? Mega cool. Правда? Mega cool, mega cool. Cool, cool. Jetzt darf man ihn aber nicht hinstellen. Ja, быстро высыхает. Гипс втягивает в себя влажность, и они быстро высыхают. Also wenn man amalten wird, kann es nicht trocken. Да. Видишь, я уже держу вверху. Dort hat es getrocknet. А еще сзади. И можно поставить его полностью высыхать. Dann kommt der. Да. Der coole Meister. Да. Der wird dann so wie ein Meister aussehen. Надо, чтобы вся краска расположилось хорошо, чтобы не было никаких полосочек. Aber den wollte ich, mit dem wollte, mache ich jetzt das gleiche da. Und dafür ist da viel mehr Farbe drin. Hey, ich kann gleich so machen. Получился? Ой, как. Так. Мам, ты лишь там на охрут. Да, мы их потом нарисуем красиво. Да? Bei dem ist nicht die Lichter rot, aber macht es. Mund aufpassen. Ты поверни к себе. Краску бери. Тут с вас камера трет. Ой, еще одну открою. Boah, da muss ich aufpassen. Da. Ich kann ihn auch so ausmalen wie der. Da. Где еще? Какие тебе дать краски? Ich brauche Geld, Seife und Seife. Сначала какая будет? Краска? Сначала желтая. Ты хорошо кисточку вытерешь? War sie eigentlich zuerst auch schwarz? Нет. Дай-ка посмотрим. Warum machst du das jetzt so in den Mund? Mach ich nicht mehr. Mach ein bisschen aus. So.
Schaut schon cool aus. Da. Okay, gelb auch fertig. Nummer was?